Я приезжаю из Америки и говорю: ребята, в Киеве, вы все безумно счастливые люди, у вас власти нету. Они говорят: у нас там президент такой, всякой. Ребята, вы счастливые люди. Потому что вы можете гаишнику взятку дать, и он вас отпустит. А в Америке, извини меня, полицейский попробует дать взятку, я сяду в тюрьму на 3 года. Так то же закон. Ребята, я говорю, демократия невозможна ни в России, ни в Украине, только потому что демократия — это железный закон дисциплины. Если сейчас демократия бы, ну, каким-то чудом вот опустилась на эту землю, мы бы вымерли через 3 дня. Потому что вот за то, что я с вами говорю, нужно деньги заплатить. Я вам, вы мне. Мы еще кому-то заплатить, ему надо заплатить. Мы рассыпемся. Мы же в деньги играемся все. Мы играемся в бизнес, Артем. Вы только-только начали бизнес, и вы уже говорите: вот надо было что-то такое вот сделать. А то уже деньги не дает, то уже не бизнес. Потому что чтобы бизнес — фильмы ужасов. Чтобы бизнес, я должен сейчас раздеться и голую попу показать. Это бизнес. И будет посмотреть значительно больше людей. То есть мы уже бизнесом не занимаемся. Мы занимаемся игрой в бизнес. Миллиардеры советские, бывшие, сегодня ставшие миллиардерами, они уже не знают, что им делать с этими деньгами. А прошло им всего 20 лет. Они еще ничего не передали никому. Им уже скучно. Они уже покупают футбольные клубы вон в Челси. Для чего? Развлечься. Ибо они понимают, что бизнес — это что-то не то. Он когда пел под гитару песни, он был счастливее возле костра, чем он сейчас имеет миллиарды. Почему? Служение деньгам – это колоссальная ответственность. Это несчастье. Это многие люди завидуют миллиардерам. Не завидуйте им. Не завидуйте. Это страшная ответственность, ибо энергия. Деньги – это энергия. И каждому приходит столько энергии, сколько тебе надо для проявления своего кода.